небом. Ранней весной месяц по ночам выходит в штатском. Чтобы не спугнуть веселых снов, первых чувствах, в радости, причастии, в добрых людях, встреченных в пути, столько ненавязчивого счастья, что его не тяжело нести. Кто-то говорит, что счастье кратко, души ленивы, как и плоть у вулкана, остывает кратко. Но в душе по-прежнему тепло, это линии главное богатство. Это линии Божья благодать, ни одной конторе адвокатской сломленных людей не оправдать. Ты не слушай их рекомендации, сломленные люди часто врут. Жизнь дана, чтоб ей наслаждаться. Это труд, но благородный труд. Дорогие друзья, огромное всем спасибо! Краснодар! Обалденный спектакль! Прекрасный праздник, 8 марта! Девушки милые, любим вас! А еще мы бы очень хотели поблагодарить этот прекрасный мир, это прекрасное место, этот прекрасный зал всех кубанских казаков, которые сегодня встречали. Огромное спасибо! Давайте поаплодируем! Чудесное, намоленное, прекрасное место! Также хочется выразить благодарность за эти прекрасные наряды Солы, одежде, великолепной Екатерине и бренд Pepita Close. Давайте поаплодируем. Они большие молодцы, они здесь. Они шикарные. Организатор компании Муз-Арт. Давайте поаплодируем. Ребята, разместили нас просто лучшие лакшери. 5 звезд, мы здесь как короли. И нам очень приятно, мы сэкономили силу на концерт. Ну и, конечно, мы благодарим всех вас за то, что вы пришли. Без вас эта встреча была бы невозможна. Спасибо за такое большое количество любви. Давайте поаплодируем. На этой сцене создавали этот контент для вас, конечно же, наш прекрасный музыкант, великолепный Илья Муртазин, мультипулифункционал музыки. Город Москва, композитор, исполнитель, просто очень хороший человек, с которым лично я постоянно нахожусь в состоянии беседы. Посмотрите на эту прекрасную персону, это Анна Мун, наш прекрасный помощник, директор, город Москва. Она делает прекрасные видео, у нее есть свой канал, кто захочет, найдет, и этот концерт частично там. Андрей Соломонов, мой брат. Спасибо большое. Младшенький брат. Ну и, конечно, давайте поблагодарим всех, кто помогал нам делать свет, звук. Ребята, вы большие молодцы. Мы с вами создали спектакль за одну репетицию. Вы гениальные парни. Ну и давайте поаплодируем автору и исполнителю. Общая численность в социальных всех сетях насчитывает более 1 000 000 человек. Юлия Соломонова или просто Сова. Ну а как у тебя в стихотворении фоткаться коллективно? Надо переодеться, мне мы хотим сейчас официально завершить сценическую часть. Кто хочет сфотографироваться и подписать книги, пожалуйста, 10 минут.